все живое здесь существует за счет нерки. Просто вот несет жизнь, приносит в это озеро, запускает эту всю цепочку жизни, и все пользуются этим. И она никакой отдачи не требует, ничего она не хочет. Она просто вот приносит вот эту энергию. Реки заблокировали медведи. То есть порядка 20 медведей перекрыло речку и ждет рыбу. Нерка изменяет и поведение медведей, потому что у них много пищи, и нерка их делает очень терпимыми. Терпимость у них появляется как к своему виду, так и к нам, к людям. Со стороны заказника, если браконьерство будет продолжаться где-то, если она, мы его сейчас оставим, скажем, да ладно, все, куда она там денется? Также и неразумная добыча от промышленников, которые вылавливают эту рыбу. То же самое может произойти непоправимое. Нужно думать об этом, что мир, он все-таки очень хрупкий, и в один прекрасный момент мы можем все это потерять.